Довоенное было хорошее детство. Ну, папа с мамой работали. Когда началась война, первое, что я помню, наш дом разбомбили. И мы... Ну, хорошо, что мы были на улице. Наш дом разбомбили. И нас переселили в какой-то другой дом. Многие ушли на фронт или эвакуировались, и были свободные квартиры многие, и вот нас переселили. Да, было очень страшно, когда начиналась воздушная тревога, и когда мы оставались дома одни, мама уходила, если вот... за пайком, за блокадным, мы оставались дома одни. И над кроватью висел репродуктор. И он начинал говорить: «Воздушная тревога, воздушная тревога». Это было так страшно. И мы одни, и мама нам не разрешала двери открывать. По коридору бегут люди, стучат нам: «Девочки, вы дома? Пойдемте с нами». «Нет, мы не пойдем». Мы прятались под одеяло. Но репродуктор кричит: «Воздушная тревога, это так страшно». Я хватала какую-нибудь палку, около буржуйки у нас разные лежали щепки, мы буржуйку топили, мебель ломали, и вот залезала на кровать и стучала по репродуктору, чтобы он замолчал. Вот, а он все равно дребезжит и все равно кричит: «Воздушная тревога, воздушная тревога». Было очень страшно. Вот потом забегала мама, хватала нас за ручки и бежали в бомбоубежище. Мы уже уходили на общую кухню. Там собирались люди, которые уже не могли бежать в бомбоубежище. А на общей кухне это как-то все вместе, это так не так страшно. И на плите... Ну, плита-то не топилась, электрическая. Зима, холодина. На этой плите всю зиму лежала мертвая бабушка. И убрать ее было некому. Но она не портилась, и окна выбиты там, чем попало, заткнуты. Вот, мы однажды, мы вот на этой кухне сидели. Кончилась воздушная тревога. Решили... пойти обратно в свою комнату. Дверь открываем из кухни, а коридорная система, длинный коридор, а по бокам комнаты, и у нас комната была в конце коридора там. Открываем дверь, выходим, а идти-то некуда, та часть дома обвалилась. Мы просто чудом остались живы. Мама хотела нас эвакуировать, но однажды мы стояли на набережной, и отходил пароход с детьми, и стояли родители, провожали своих детей. И родители машут ручками вслед уходящему пароходу, детки там машут ручками. И недалеко отошел пароход. Налетели немецкие самолеты и разбомбили пароход. И он на глазах у родителей ушел под воду.
И представляете, что тут было? И мама сказала, что умирать будем, но вместе, никуда я вас не отправлю. Вот так как окопы ездила копать, нас с собой брала, зажигалки там собирали, тушили с крыши. Везде мы с мамой были. Варили опилки, кору с деревьев, опили, варили кожаные ремни, сумки. Но когда маме удавалось доставать где-то столярный клей, это было счастье, было очень вкусно. Вот она варила, когда столярный клей, но это было редко. Ну вот один случай был очень такой-то, как даже, не знаю, сказать, счастливый такой случай был. Мы жили в какой-то комнате, здесь жил раньше молодой человек, он ушел на фронт. И он очень любил книги. И вот мы на кровати, на которой спали, напротив стена, у него это полки, книги. И одна книга меня так привлекает, и я очень любила книги в таком ярком переплете. Так хочется вот эту книгу взять в руки и посмотреть, но сил нету вот встать с кровати. А она меня так притягивает, не могу. Для меня самое дорогое было в детстве это книги. И вот я все-таки сползла с кровати, потихонечку подошла к этой стене, а у него тут был журнальный столик, он, видимо, тут читал это, стульчик. Я залезла на этот стульчик, я достала эту книгу, положила на этот столик журнальный, и эта книга называлась «Конек-горбунок». И я ее открываю и закричала на всю комнату: «Мама, в чем дело?» А в книге лежит шоколадка. Я от удивления, от неожиданности закричала, увидела шоколадку. И вот мама взяла эту шоколадку, разделила на долечки и нам вот давала по одной долечке вот, на несколько дней разделила. Вот такое было вот чудо. И вот мы все думали, почему эта книга детская и шоколадка. Потом думаем, наверное, он подарок кому-то приготовил, да не успел подарить. И вот этот подарок вот нам остался. Ну, уже мы умирали. У меня уже отнялся язык, я уже не разговаривала, уже атрофировалось чувство голода. Уже не принимала я эти 120 подером хлебушка. Мама надо мной плачет, возьми хоть крошку, а я плачу, мне не надо. Уже не принимала. И вот, ну и умерли бы. Мама уже понимает, что умираем. Лежит на кровати, нас обняла и плачет, прощается с жизнью. И вдруг ей или это от голода такая галлюцинация, или видение такое. Смотрит, в дверях появляется Николай Чудотворец. И говорит ей: не плачь, вы спасетесь. Она плакать перестала, к дверям подошла, он исчез, а дверь изнутри закрыта. И буквально через несколько дней она идет по городу из булочной. Паёк спрятала за пазуху, чтобы в руках ничего не было. Где в снег упадет, где за забор держится. И вдруг ей идет навстречу военный в форме, в погонах. И он ее такую худую узнал. Говорит: «Люся, да, а что же вы не уехали?» «Ну так получилось. Приходи завтра ко мне на работу, я вам помогу выехать по Ладожскому озеру на машинах по льду». Это был друг семьи, он как раз занимался переправы через Ладожское озеро. И вот мы едем в грузовике, ну почти всю блокаду прожили. Едем в грузовике, полный кузов людей, над нами летают немецкие самолеты, бомбят. На наших глазах машины с людьми под лед идут. Мы уже не кричим, не плачем, сжались все в комочек и ждем. Ну сейчас и мы, сейчас и мы.
А он так едет, объезжает, объезжает воронки и все-таки выехал на другую сторону. И когда все стали спускаться с машины, у кого там в запасе есть кусочек хлебца, кусочек сахара, все стараются отдать водителю. А он сидит на подножке машины, шапку снял, уткнулся в нее и плачет. Сам не верит, что он выехал. Вот когда мы Ладогу переехали, нас там, ну, блокадники голодные, нас там накормили. Но я уже не ела, у меня атрофировалось чувство голода, я уже не принимала эти 125 грамм хлебушка. Вот, и я ничего не поела на том берегу, когда людей кормили. Но мама тоже знала, что после такой голодовки нельзя есть много. Ну, а некоторые не знали, наелись, голодные же все. И потом нас везли на товарных вагонах, в товарных вагонах, там стеллажи были сделаны, буржуйка посередине. Вот, и на каждой станции носили умерших, потому что нельзя было есть много. Вот. Нас в Вологодскую область. Приехали колхозники на станцию на лошадях, на сане, запряженных в сани. Одна бабушка нас взяла. И вот мы на санях сена, мы лежим закрытым тулупом, едем. И над нами чистое небо, облака, тишина. И только по замерзшей дороге цокот копыт. Мы как в сказке ехали. Отец был на фронте. Он под Ленинградом воевал, был ранен. Тяжелое ранение. Выходили они по топким болотам в Ленинград из окружения. Лежал в госпитале, потом уже его не брали на фронт. После войны мы возвращались в Ленинград, а потом года через 4 или через 5, точно не помню, отца направили сюда работать, на Урал. Мы так тут остались. Он здесь работал в колхозе, строил фермы, разводил черносеребристых лисиц, песцов, норок, кроликов. Вот так мы и жили. В одном колхозе построят все это, обучат колхозников, потом его в другой направляют. Так мы тут и жили. Это было чудо. Это у нас-то радио не было. Сосед бежит по всей деревне, кричит. Война окончилась. Ой, что тут было, все из домов повыскакивали, кричат, радуются. Это было просто... счастье. Да. Я слышала еще ребенком, как разорвалась тишина. Дом полыхнул кровавым шелком, так для меня пришла война. Остался пепел, где отчий дом был. Мне не забыть тот Ленинград. Кружилась смерть, летели бомбы, снаряды падали, как град. Хотелось хлеба, хотя бы крошку, пусть отруби там смешаны с мукой, пускай совсем, совсем немножко, лишь подержать бы за щекой. Зимой несла я снег в ведерке, чтобы сварить столярный клей, и пили мы кисель тот горький, под шепот мамы не пролей. И снова думала о хлебе, а в кружке чай, застывший в лед, а надо мной кружился в небе чужой с крестами самолет.